Здравствуйте, друзья! Согласно вашему голосованию по теме обзора, которая проводилась в разделе сообщества на моем канале, тема сегодняшнего обзора будет ZigBee-шлюз Acara Hub. А чтобы обзор был немножко интереснее и полезнее, я расскажу о взаимодействии устройств в умном доме Xiaomi. На сегодняшний день в экосистему умного дома Xiaomi Midze могут включаться сотни устройств различных производителей. И все эти устройства таким или иным образом могут взаимодействовать друг с другом. А для организации этого взаимодействия нужна какая-то связь. А по принципу использования типа связи все эти устройства можно разделить на три большие группы. Это Wi-Fi устройства, Bluetooth устройства и ZigBee устройства. Wi-Fi устройства обязательно должны иметь внешний источник питания, будь то напрямую от бытовой электросети, либо от блока питания, чаще всего 5 вольт. Потому что если будет использоваться автономный источник питания, аккумулятор, то Wi-Fi посадит его очень и очень быстро. Примеров таких устройств очень много. Климатическая техника, различные светильники, IP-камеры, которые питаются от блоков питания 5 вольт. Вдобавок для камер просто необходим быстрый интерфейс передачи данных для того, чтобы передавать видеопоток. Поэтому для тех устройств, которые работают автономно, производитель использует более экономичные интерфейсы. Например, Bluetooth спецификации BLE, Bluetooth Low Energy. Такие, например, как вот этот вот датчик температуры и влажности, либо накладка на замок Sherlock, про которую я рассказывал, датчики растений, умные горшки и так далее. Интерфейс BLE позволяет устройству функционировать от автономного источника питания, батарейки или аккумулятора буквально месяцами, но при этом, конечно, накладывает свои ограничения на ширину канала передачи данных. Какой-то большой поток передавать здесь, к сожалению, невозможно. К третьей группе относятся ZigBee устройства, самые распространенные, такие как кубики, выключатели, кнопки, датчики температуры и влажности, открытия и так далее. ZigBee – это еще более энергоэффективная, чем BLE, сеть, к тому же способна к самовосстановлению и самоорганизации. Она использует так называемую меш-ячеистую топологию. Этот протокол позволяет использовать ретрансляторы сигнала, например, накладные ZigBee-розетки, которые могут служить промежуточными узлами между оконечными устройствами и устройством управления. И вот так, наконец, окольными путями мы добрались к теме сегодняшнего обзора. Это то самое управляющее устройство для датчиков ZigBee – шлюз Acara. Поставляется шлюз стандартно для устройства экосистемы белой коробки, причем особое внимание производитель уделяет взаимодействию с Apple HomeKit. Однако должен предупредить, что в рамках этого обзора это взаимодействие рассматриваться не будет. На задней стороне коробки указаны параметры устройства, которые, собственно, и объясняют, почему оно называется шлюзом. Ведь основное назначение этого гаджета – это управление ZigBee устройствами, поэтому оно оборудовано двумя беспроводными интерфейсами – ZigBee и Wi-Fi 2,4 ГГц. При этом в начальных версиях прошивки этот шлюз работал исключительно с датчиками Acara, однако на сегодняшний день поддерживаются все, ну или почти все, датчики Xiaomi Midze. Приступим к осмотру содержимого. С доставкой никаких проблем не возникло, все приехало в целости и сохранности. Кроме шлюза, в коробке оказалась только тоненькая инструкция, только на китайском языке. Хотя я неоднократно встречал уже достаточно толстые мультиязыковые инструкции, даже с поддержкой русского языка. Шлюз имеет круглую форму, фронтальная поверхность имеет отверстие для динамика. В самом центре расположен логотип производителя. Форма этот шлюз очень похожа на классический шлюз Xiaomi Midze. Только шлюз Xiaomi Midze имеет выпуклую форму, а шлюз Acara немножко вогнутую. В верхней части шлюза находится единственная кнопка. Одиночное нажатие включает и выключает подсветку. Двойное нажатие снимает либо ставит в режим охраны. Тройное нажатие переводит шлюз в режим сопряжения с датчиками. А длительное удержание более 5 секунд сбрасывает шлюз в заводские настройки. Разъем питания, как и на шлюзах версии Midze, тройной. Это такой австралийско-китайско-новозеландский формат. Хотя выход бренда на международный рынок как бы намекает на то, чтобы пора уже использовать и более употребимые вилки. По всей боковой поверхности шлюза проходит полупрозрачная пластиковая вставка, под которой находится светодиодная подсветка. Этот шлюз, как и круглый Midze, может выполнять роль ночника. Для работы с шлюзом я буду использовать привычное приложение Mi Home. Также еще раз напоминаю о необходимости установки региона материковый Китай.
Для пользователей iOS имеется еще приложение Acara Home, которое совместимо с Apple HomeKit, однако лично я предпочитаю Android. Подключение Wi-Fi устройства умного дома проходит по одному и тому же сценарию. После первого включения в сеть гаджет активируется в режиме точки доступа, создает свою собственную Wi-Fi сеть, которая имеет четко определенное стандартом название. Приложение Mi Home, сканируя Wi-Fi сети, видит эту сеть и по ее названию обнаруживает и понимает, что это за тип устройства. После того, как вы запускаете мастер-подключение, телефон отключается от основной Wi-Fi сети и подключается напрямую к устройству. Там же при подключении вы указываете, к какой сети подключаться и какой использовать пароль. Эти данные передаются напрямую в устройство, которое, получив их, перегружается и уже при следующей загрузке подключается в вашу основную локальную сеть. Телефон же, отключившись от точки доступа устройства, переходит обратно в локальную сеть и ждет, пока появится в этой сети уже новое устройство. И тут-то получается коллизия, которая довольно часто встречается. Мастер подключения просто не успевает дождаться перезагрузки устройства и того, как оно зайдет в вашу локальную сеть, и считает, что подключение нового устройства произошло неуспешно. На самом же деле достаточно просто выйти в основное приложение Mi Home, и вы увидите свое уже подключенное устройство в комнате, которая называется Default Room. Точно так же получилось и в этот раз. Мастер подключения посчитал, что подключение произошло неуспешно, однако я не стал его повторять, просто вышел из него и шлюз уже находился в папочке Default Room. Как и обычно, после подключения первого запуска плагина прилетает обновление прошивки. Кстати, за первые сутки использования шлюза прошивка обновлялась 2 раза, и в каждой прошивке было все больше новых поддерживаемых датчиков. Плагин шлюза внешне абсолютно идентичен плагину шлюзу Midziakara. Главное окно Gateway имеет 2 вкладки, это управление подсветкой и управление сигнализацией. Вкладка авто содержит опции для настройки шлюза и создания автоматизации. Вкладка Devices содержит список подключенных к шлюзу устройств. На данный момент здесь находится только сам шлюз. Кликнув на строку шлюза, попадаем в окно его настроек, где можно настроить яркость и цвет подсветки, громкость динамика, а также добавить дочернее Zigbee устройство. При добавлении Zigbee устройства открывается список поддерживаемых шлюзом устройств. Раньше здесь были только устройства Acara, теперь же поддерживаются все датчики Midze, по крайней мере, чтобы чего-то не хватало, я не заметил. Эксперимента ради давайте что-нибудь подключим. У меня как раз тут завалялась незадействованная квадратная кнопка Acara. Процесс подключения точно такой же, как на шлюзах Midze. Мастер подключения переводит шлюз Acara в режим сопряжения с устройством. После этого на подключаемом устройстве, на примере кнопки, необходимо зажать ее собственную кнопку на несколько секунд. После появления на устройстве светодиодной индикации, в частности кнопка 3 раза с синим цветом моргает, устройство сопрягается с шлюзом и после этого появляется в списке устройств. Вернемся к плагину. Несмотря на внешнюю практически полную идентичность с плагином шлюза Midze, здесь все-таки имеется очень важное отличие. На этом слайде видно, как выглядит настройки плагина шлюза Midze. Самая первая такая себе неприметная опция – About. На самом деле за этой опцией скрывается очень важная вещь. Это как раз включение режима разработчика, который позволяет управлять этим шлюзом альтернативным системам, таким как Home Assistant. В плагине шлюза Acara просто этой опции About нет. Соответственно, режима разработчика, ну и ни в каких других опциях тоже нету. И на данный момент к альтернативным системам подключить его нельзя. Правда, есть обнадеживающая информация на профильных форумах. Речь идет о том, что режим разработчика обещают включить при одном из следующих обновлений для шлюза Acara, причем сделать это вот буквально сейчас, в начале 2019 года. Ну что ж, если это правда, то это будет очень здорово, и шлюз Acara можно будет действительно использовать полноценно. Вернемся обратно к плагину. В автоматизациях шлюз может работать как действием, так и условием. Для действий предусмотрено 7 вариантов. 3 варианта управления подсветкой и 3 варианта управления сигнализацией, точнее включение и выключение сигнализации. А также 7-я опция – это проигрывание какого-нибудь звука. В качестве условий предусмотрено 2 опции – это тревога и когда шлюз находится в темноте. Это условие полезно для включения ночников.
Отвечая на вопрос, который мне часто задают, в одном аккаунте Mi Home можно использовать несколько шлюзов. И все устройства, которые подключены к ним, можно использовать абсолютно прозрачно насквозь. Управление совершенно сквозное. Вы можете в одном сценарии, в одной автоматизации использовать датчики, подключенные к разным шлюзам. Либо даже, вот как в этом примере, два шлюза одновременно. Вернемся к вкладке «Авто». Что можно сделать с этим шлюзом? Ну, в первую очередь, самая интересная и часто используемая опция – это опция охраны. Охрану можно ставить по времени. Вы задаете время постановки и снятия с охраны, причем с привязкой к дням недели. Либо на охрану можно ставить при помощи датчика. Вы выбираете триггер один, либо несколько, которые являются тем самым условием, при котором срабатывает сигнализация. В этом случае можно использовать только те датчики, которые подключены непосредственно к самому шлюзу. Здесь у меня сейчас только кнопка, поэтому она здесь и есть. Обычно используются датчики открытия, либо датчики движения. Далее необходимо выбрать время задержки постановки на охрану. Это тот промежуток времени, который происходит между тем, как вы ставите на охрану шлюз, и тем, как он действительно уже включает охранный режим и будет срабатывать как сигнализация. И в настройках, собственно, действий при срабатывании сигнализации здесь настраивается мелодия звонка, там, например, полицейская сирена, световая индикация самого шлюза, пуш-уведомление на устройство. И есть еще одна замечательная опция Linkage Alert. Это когда вы можете в качестве сирен использовать и остальные шлюзы, которые у вас есть в вашем Mi Home аккаунте. При этом не обязательно, чтобы шлюзы находились в одной локальной сети. Им просто нужен доступ к сети интернет. А привязаны они могут быть к одному и тому же аккаунту. Например, один шлюз срабатывает у вас дома, второй срабатывает на работе. Либо при срабатывании сигнализации на даче срабатывает у вас шлюз, который находится дома. Вам даже не надо смотреть телефон, вы сразу видите по шлюзу, что что-то случилось. Остальные опции позволяют использовать шлюз, например, как управляемую светодиодную подсветку. Либо как будильник. Громкости у него, как для будильника, более чем достаточно. Причем отключать будильник можно как кнопкой на самом шлюзе, так и внешней кнопкой. Это очень удобно. То есть шлюз может располагаться далеко, а отключать вы можете кнопкой, которая будет у вас, например, возле кровати. Также шлюз можно использовать как дверной звонок, ну либо как какое-то устройство внутренней коммуникации по дому. Например, там, если человек больной, можно поставить ему возле кровати кнопку, он на кнопку нажал, и в другой комнате сработал звонок, вы знаете, что что-то человеку надо. Это тоже, в принципе, применимый в быту сценарий использования. Ну, естественно, все такие сценарии можно сделать в виде отдельных автоматизаций. С точки зрения пользователя Android, шлюз Акара в принципе ничем не отличается от шлюза Midia, если не выходить за рамки приложения Mi Home. Если же смотреть с точки зрения альтернативных систем, то он уступает шлюзу Midia, кроме того, что он значительно его дороже, он еще пока не работает с альтернативными системами. Да, если он будет работать, в принципе, никаких, по крайней мере, я не вижу никаких преимуществ, что стоило бы там переплаты примерно в полтора раза за этот шлюз. С точки зрения пользователей техники Apple iOS, ну, если вам интересно действительно интеграция довольно бюджетного умного дома с Apple HomeKit, управлять при помощи своего смартфона через Siri включением-выключением освещения, сопрягать с другими устройствами, которые, возможно, у вас уже есть в Apple HomeKit, тогда да, это действительно интересный вариант. Ну и в принципе, как и говорили некоторые в комментариях, как здесь и написано, основная фишка этого шлюза – это работа с Apple HomeKit. Но при этом работать он будет через приложение Acara Home. То есть, в принципе, только те устройства, которые поддерживаются там. А поддержка устройств в Mi Home гораздо шире, чем в программе Acara Home. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы по шлюзу, либо вообще по теме умного дома, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее.